На связи с нами Геннадий Андрианов, предприниматель. Доброе утро. Как проходит ваш карантин? Чем занимаетесь? Доброе утро. У меня проходит все отлично. Я занимаюсь своими соцсетями. Я развиваю у людей хобби, которые существуют. И решаю личные проблемы, особенно семейные. Геннадий, ну хотелось бы узнать поподробнее, что же сейчас предприниматели делают в условиях карантина, как, собственно говоря, справляются с этой ситуацией? Ну, я, допустим, занят снятием видеороликов, снимаю видеоролики, пишу статьи, я закончил свою книгу, она сейчас в редакции. Общаюсь со своими работниками, которые у меня по бизнесу в Ялте. Я нормально сижу, мне кажется, что я что-то плохо выгляжу в кадре. Отлично. Геннадий, вот так хорошо. У вас все в порядке, пожалуйста, продолжайте. Спасибо. Вот я занят собой, саморазвитием, и у меня сегодня семейная пара приходит на 7 вечера на консультацию. Здесь на Спартак, на офис. С Москвы мы уехали, мы жили возле Кремля, 800 метров от водосводной башни, сбежали от коронавируса. В быстром порядке на машине. Нашим телезрителям хочу напомнить... Если вам это интересно. Напомнить, что в условиях карантина и самоизоляции больше 3 собираться нельзя. Здесь путем обычных математических вычислений мы считаем 1 Геннадий, семейная пара 2 человека, 3 человека, все под контролем, втроем можно, больше не нужно. Да, Геннадий, хотим вам напомнить, чтобы вы предпринимали все меры предосторожности, надевали маску и, конечно же, мыли руки. Ну, моем руки, и мне товарищ принес литр спирта. Геннадий, правильно я понимаю, что то, что мы сейчас все находимся на карантине, дома, кто-то работает на удаленке, это не повод забрасывать свои дела, жизнь, как раз все-таки это тот случай, когда можно наверстать упущенное и также продвигаться по работе. Я советую всем своим ребятам, клиентам в том числе, с этого момента начинать разбираться в самом себе, конкретно писать дневник, что нравится, что не нравится. Извините, у меня что-то... Не привык я в прямых эфирах быть на телевидении. Разбираться в самих себе, то есть что нравится, что не нравится, с тем ли человеком я живу, того ли я люблю, любит ли он меня. Не по словам «я тебя люблю», а по действиям. Интересное Геннадий, в общем, отличные советы вы дали, и вам желаем, чтобы время ваше и впредь проходило не впустую, чтобы делами правильными и насущными вы занимались. Вам огромное спасибо, что это утро встретили в нашей компании. Всего доброго.